Для меня действительно большая честь. Добрый день, Владимир Владимирович, Сергей Кужугетович и все сидящие в этом зале. Прежде чем я назову имя победителя в этой номинации, я хотела бы выразить свою благодарность за мужество и отвагу этих людей, которые с любовью и преданностью служат своему делу. Пусть эта награда будет вдохновением для вас, для новых свершений и для новых идей. И победитель в номинации «Общественное признание». Комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны». Мы приглашаем на сцену Николая Находкина и Афанасия Николаева. Большое фото на память, да, и после этого, конечно же, ваша ответная речь. Мы просим сказать вас несколько слов. В мире каждый мальчишка мечтает о путешествиях. И, казалось бы, время больших экспедиций ушло в прошлое, но, оказывается, можно это делать и в 21 веке, когда вместе с верными друзьями, преодолевая препятствия, ну, открываешь неизведанные пути. Это удивительное чувство, и, наверное, очень много людей соединились к этой экспедиции, поддержали нас голосованием. Огромная благодарность. На этом путешествии не заканчивается. Страна у нас огромная, прекрасная. Только в Якутии больше 700 тысяч рек, еще больше озер. Время, место для путешествий, открытий очень много. Можно дерзать. Отдельно бы обратился и к спонсорам Русского географического общества. Приезжайте к нам на Колыму. Спасибо. Надо сказать, что только в Русском географическом обществе вам не скажут «нет, лучше вы к нам». Потому что это замечательный объект для исследования. Спасибо огромное, поздравляем. Спасибо.